Итак, прежде чем начать просмотр 63-й серии, хочу сообщить, что произошло маленькое недоразумение. Я должным образом не замаскировал 62-ю серию «Стального алхимика», и поэтому я его удалил. Но при этом я загрузил ее заново, но уже, к сожалению, замаскировав. YouTube, конечно, не отреагировал, и, слава богу, не отреагировал на первую версию без маскировки, но кто знает, когда он отреагирует, так что я решил не рисковать. Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 62-я серия «Стального алхимика. Братство». Да, и как уже многие понимают, «Стальной алхимик» уже заканчивается, но не беда, у вас есть шанс проголосовать за новое аниме, которое начнется сразу после «Стального алхимика». Жмите на подсказку, и вы перейдете на видео, которое объяснит вам, как проголосовать за ваши любимые аниме. Ссылка также и в описании. А пока... погнали! Ну, короче, вышел. Ах, ты мерзавец. Вышел на тропу войны, прошу прощения. Ну, короче, он их грохнул Авада Кедаброй. Я тебе больше такого не позволю. 62-я серия. Яростная контратака. Яростная контратак. Вот и посмотри. Папа! Он хочет создать еще один философский камень. Только на сырье для камней люди изгодятся. Ага. Никак не пойму, почему ты так презираешь людей? Кстати, да, мне тоже. Ведь из них создаются философские камни, за счет которых существуют гомункулы. А теперь скажи, что можно создать из гомункула? Что способен сотворить ты? Разве можно величать богом то создание, что несет лишь разрушение? Пусть ты и считаешь себя идеальным существом, но на деле ты лишь тупиковая ветвь эволюции. Блин, а классно он обидел. Неужели? Тогда я стану создавать людей. Что он сейчас-то сделал? Это же вроде бы король Сина. Король Ксеркса, пардон, король Ксеркса. Я обрел бессмертие. Во мне еще теплится жизнь. Король Ксеркса. Решил психологически наехать. А у сволочи это реально сейчас нечестно. Это сейчас нечестно. Тело. Я наконец-то обрел тело. Теперь у меня есть плоть. Так, так, нельзя. Да. Что за кошмар? Мы столько страдали. Глядите, тело. Хоенхайм. Хватит. Прекрати. Я не понял. Это что сейчас было? Ядерная бомба, что ли? Что это? Что происходит? Ребята, вы как бы очень нужны. Проклятие. Наверху, особенно ты. Алчность. Дариус? Вижу, ты цел. Позвольте присоединиться. Полагаю, вам пригодятся толковые ребята. Пригодятся. Да. Что за чертовщина тут творится? Отец, главный из гомункулов, совсем с катушек слетел. Пусть все, кто не в состоянии сражаться, останутся здесь. Вы, жаба и две дамочки, убирайтесь. Вы ранены, как я погляжу. Не дождешься. Кто тогда будет командовать моими солдатами? Иди отсюда. Плевать я хотел. Топайте отсюда поживее. Не время сейчас выбирать командира. Я твоим приказам не подчиняюсь. Генерал вызывает командный пункт. Командный пункт. На связи, генерал. Что случилось? Генерал. Центральный штаб разрушен. Чё? Нихрена! Пол здания как ветром сдуло. Что? Северные ворота не отвечают.
Вот какова сила отца. Что же он за чудовище такое? С виду его не отличить от обычного человека. Однако внутри него философский камень из сотен тысяч душ. С помощью этой энергии ему удалось поглотить то, что он называет богом. Вы-то, алхимики, должны понимать, чем это грозит. Философский камень. Простым людям там делать нечего. На поверхности сражаются мои люди. Молчи! А я все еще их командир. Ты ничем не поможешь! Генерал, вас снова вызывает командный пункт. Что еще? Не беспокойтесь за нас, генерал. Не забывайте, что солдаты Брикса — люди самоотверженные. Мы можем сражаться и без командира. Не стоит волноваться. Желтый отряд, арсенал, вы все еще там? Восточные ворота, синий отряд, ответьте! Говорят, вы ранены, генерал. Прошу, поберегите себя. Алекс! Да. Возьми с собой рацию. Одолей его любой ценой. Само собой. Все, идемте, лейтенант. Так, вы двое ведь тоже ранены. Я намерен испепелить его философский камень. И для этого мне понадобится помощь лейтенанта. Ну и ладно, идем. Я обязана защитить юного господина. Да, давайте. Все. Позаботься об Изуме и обо всех остальных. Ну давайте, ребята, на помощь. Солнце, вперед! Ну все, ребята, удачи. Этот котел живых остался. Кому-то повезло. Ну, да, кстати. Вот где тебя настигла погибель. Ну? Твоих рук дело. Он уже был при смерти, когда появился здесь. Будь оно иначе, я бы вряд ли сумел выжить. Короче, Баканир с Фу. Капитан Баканир, объединившись с солдатами Империи Син, смог смертельно ранить Брэдли. Короче, они сделали свое дело. Баканир сделал свое дело с Фу. Сделали. Вот видишь, Брэдли. А я говорила, мои солдаты сильны. Тебя забыли, да, мои солдаты. Вы что, ее оставили там? Вы что, ее там одну оставили? Вы сволочи! Господи, я уже испугался, что там зависть. Сяомэй, ты цела? Какое счастье! Он ее защитил. Мэй, слава богу, ты жива. Альфонс, твое тело. Альфонс! О нет, ты защитил меня. Альфонс! Все. Альфонс! Это конец. Для его доспехов. Нам бы сейчас реально Эда бы туда. Он бы что-то вы... Твою мать! И руку он просрал. Учитель! Я жива. Подожди, а... Хоенхайм прикрыл меня своим телом. Едва успел. Стоп! Хоенхайм! Ну же, приди в себя! Давай! Облом. Хоенхайм! Начну с вас. Не трогай! Прекрати!
Наша цель – мужчина с длинными светлыми волосами. Не перепутайте его с остальным алхимиком. Есть. Синий отряд к восточным воротам. Белый отряд – занять позицию за западным крылом командного центра. Есть. Если это его не убьет... Учитель! То я не знаю, что его еще может убить. Бомбите его минометами. Сейчас они его... Давайте, ребята. Бомбите его. Вообще очень классно. Огонь! Он сейчас просто растратит свою энергию. Давайте, непрерывно бомбите. Ребята из Брикса. Черт. Не перестаю удивляться этим пацанам. Стальной, ты как, жив еще? Этими бомбами вы его даже не заденете. Да ты бредишь. Не дайте ему пойти в атаку. Есть! Бомбите, 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 бомбите. Молодцы. Ну что? Проклятие. Ему все не почем. Продолжайте. Свяжите меня со всеми отрядами. Что? Повторите. Прекратить огонь! В укрытие! Правильно, всем в укрытие лучше... Забейте на все, всем укрытие. Давай. Ну все. Как всегда. Мустанг решит. Короче, они ему говорят на 2 часа. И давай. Короче, Мустанг с Армстронгом должны сделать дело. Давайте. Государственные алхимики все-таки кое-что это значит. Я задел его? Да, почти получилось. Сделайте поправку на 12 часов. О! Нелегко рассчитать силу, не видя врага. Чуть-чуть. Не сдерживайте себя. Дистанция 50 метров. Нет, 53. Да чего ж неудобно всякий раз хлопать в ладоши. А, ему же больше не надо круг рисовать, точно. Тем более у него порваны перчатки. Он же увидел истину, так что супер. Нас атакуют прямо по курсу. Отлично. Беру свои слова назад. Да, неудобно, да, хлопать в ладоши? Дайте ему нанести ответный удар. Пускай использует свой философский камень. Давай, Луи. Короче, бомбят его, ну. Мочи! Ну, короче, ну вся страна его мучит. Прекрасно. А, точно. Вот будь в моем распоряжении такая сила, я бы мигом завоевал весь мир. Эй, алчность. Неужто ты и вправду так хочешь подчинить себе весь мир? Скажи честно. Да. Стоит мне заполучить такую мощь, и весь мир падет к моим ногам. Ага. Быть может, так я сумею заполнить пустоту в моей душе. Удовлетворю жажду, что преследует меня с самого рождения. Да чего же ты жалок? На самом деле ты хочешь иного? Ну, он понимает. А ну, закрой рот, гаденыш. Я сама корысть, алчность. Я получу все, что захочу. Поджарим его. Круто. Пространство малое, и чтобы взрывная волна никуда не свалила. До сих пор нет, да? Нет? Не царапиной? Толку никакого. Нужно разрушить его защитный барьер. Боеприпасы на исходе. Ой. Несите еще. Напрасные усилия. Вы, людишки, даже пальцем коснуться меня не сможете. И не надейтесь. Раз людишки не могут, может, гомункул? А, папочка. А ты вовремя явился, алчность. Как и подобает хорошему сыну. Мне как раз нужен философский камень. Он его сожрет. Твой мне вполне подойдет. Алчность, нет. Че ты к нему подошел? Идиот. Попался. Ты бы не смог забрать у меня философский камень, не сняв щита. А ты не задумывался о том, что у тебя тоже можно украсть силу бога? Он наоборот. Как раз я-то ее и заберу.
Алчность! Алчность! Давайте, 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 продолжаем. Красиво. Давай, 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 давай. Все, руки кранты. Все, Эд в отрубе. Минус Эд. Я не сдамся! В рукопашку пошел. Да. Понятно. Чит-коды Хоенхайма внутри вируса. Глазам не верю. Он отбился рукой. Все. Чит, это, чит Хоенхайма, вирус Хоенхайма сработал. Он на пределе. Ему конец. Давайте, продолжайте. Он больше не в силах удерживать божественную силу. Все, больше не стойте, продолжайте. Давай. Что, тварь, дохнешь потихоньку, да? Камень! Камень! Философский камень! Ой-ой-ой. О-о. Чёрт! Уходи оттуда, Эдвард! Он не может. Брат, беги! Арматура пробила! Брат! Арматура пробила! Не смей! Проклятие! Ал! Все, Ал тоже в отрубе. Хватит! Не смей! Стой! Помогите ему! Не трогай брата! Не трогай! Помогите ему, а? Что, все отрубились? Что он делает? Ал, что ты задумал? Мэй, сделай мне одолжение. А что ты задумал? Мне что-то... Брат пожертвовал собственной рукой, чтобы вернуть мне так, душу. Мне что-то не нравится. А значит, обратный процесс тоже возможен. Альфонс! То есть, Ал! Просто подготовь все, что нужно. Прошу. Но если ты это сделаешь, то... Некогда рассуждать. Умоляю. Лишь тебя я могу попросить о помощи, Мэй! Господи, Ал, значит, возвращает душу назад в небытие куда-то и возвращает руку эту. Камень! Люди! Отдайте мне, Эдвард, свою энергию! Господи... Перенесут энергию. Боже. Ты что это затеял? Нет, не смей! Альфонс! Отдали его, брат. Не вздумай! Он это все-таки сделал. Ну, привет. Ну что, ты готов? Теперь остается лишь верить в брата. Все. Господи, Альфонс по факту погиб. Ал по факту умер. Как вижу, ты возвратил себе свою душу. Думаешь, он вернется за тобой? Вернется, я не сомневаюсь. Давай руку назад. Даже
даже интересно, чем он пожертвует на этот раз. Чтобы вернуть его назад. Давай! Вот кретин! Вот кретин! Дурак! Сейчас он тебя и забьет до полусмерти. Добей его, давай, Эд. Сработало. У него есть шанс. Давай, вперед, парень. Давай, малыш. Давай, вперед, брешь ему как следует. Эдвард, Эд. Эдвард, давай. Уничтожь его. А ты? Алчность. Разве не этого ты желал? Больше всего на свете. Эдвард! Эдвард! Вперед! Стальной! Да, ты прав. На самом деле я всегда хотел... иметь таких преданных друзей, как... А они у тебя были! Были! Вставай, урод! Давай, поднимайся! Сейчас я покажу тебе настоящую силу! Поднимайся! Господи, ну, одну секунду. Ну, сейчас... Ну, яростная контратака, просто, ну, это... Серия называется «Контратака», но это название, господи, никак не соответствует масштабу и глубине этой серии. Вот не соответствует. Ну, какое-нибудь другое бы название вы придумали. «Все или ничего», или «Все есть... ничто есть все, а все это ничего». Вот что-то вот в этом роде должны были придумать. А то яростная контратака. Ну, правда. Классно там этот Хоенхайм очень классно объяснил, что ты себя считаешь богом, но люди кто? Люди из людей. Люди это все. Из них можно создать их жизненная энергия. Господи. Это великолепная вещь, которая, ну, философский камень состоит из людей, потому что люди вообще просто великолепные создания. И из-за них философские камни создаются. А что можно из гомункула создать? Ничто нельзя, это пустота. То, классно он объяснил, почему он является ошибочный тупик эволюции. То есть вот другая ветвь пошла, но она врезалась в стену и дальше не разовьется никогда. Каким бы он сильным, всемогущим бы ни стал. Потому что он рано или поздно умрет. Это истощится. Потому что, ну ладно, уничтожит всех людей. Бесконечный источник энергии, да? Но он по факту не сможет ничего созидать. Ничего такого же сильного, как сам человек. Потому что он сам состоит из силы человека. И он ничего сильнее не создаст. Никогда. Ну, Альфонс там... Нет, кстати, я отдельно хотел бы, да, до Альфонса сейчас дойдем, господи, у меня просто вот мысли бегут впереди слов, потому что про Альфонса хочется сказать, но прежде всего хочется просто отдельно выделить ребят Брикса. Ребят Брикса хочется выделить, легендарные ребята, настоящие бойцы, настоящие люди, которые, господи, честно сказать, вообще, вот отдельный короткометражный сериал, 8 серий, ну там, ну 12 серий, я бы с удовольствием посмотрел бы про ребят Брикса, вот про Оливию, про Майлза, про Баканира, вот про всех них я посмотрел бы отдельный аниме спин-офф, вот серьезно, как они воюют против, как это странно называется, совсем забыл. Ну, против которой они держат оборону, я бы с удовольствием бы посмотрел этот спин-офф, вот, как у них там военные действия идут, потому что, черт, ребята, просто вот обычные там солдаты рядовые, такие харизматичные ребята, вот такие харизматичные ребята, вот, внушают
в тебя самого. Да, мочи даже круче, чем вот эти. То есть от души душа в душу. Ну все, наконец-то дошли до Алла. Господи. Истинная братская любовь. Вот это именно... Вот что он сделал, что он сделал. Как, вот как будто Эд его вернул ради того, чтобы когда-то отдать. А это было вообще. Думаешь, вернется за тобой? Он вернется. Интересно, чем он пожертвует на сей раз. Да. Но тот честный. Интересно вообще, кто это такое? Я думал, на самом деле, что это его поглотили. Что отец его поглотил. Вот это недорисованное существо. Но даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну просто там Эд, как он даже заорал. Кретин! Все это делал ради младшего брата. И в итоге младший... Вот понимаете, в чем дело? Его обязанность, как старшего брата, защищать младшего. Это его обязанность. Во многих сериях были на это намеки. Он испытывает чувство вины за то, что вот хоть вот он, что он в таком теле, надо вернуть ему тело. Как помните, одна серия была, когда Хоенхайм уходил, это Альфонсу захотелось пипи, как он его за ручку. А в итоге его младший брат о нем позаботился. Как это после себя должен быть себя чувствовать, а? Тот, за кого он несет ответственность, пожертвовал собой, чтобы его спасти. Во-первых, это очень это такое ощущение, будто жизненный смысл. Ты проиграл в жизни. И он сейчас в очень плохом настроении, очень плохом. Отцу сейчас хана, он его уроет. Очень сильно. Он его именно уроет. Но он вернется за братом, по-любому. По-любому он сейчас назад руку отдаст, чтобы вернуть его душу назад. Ну, мне так кажется. Господи, что же это была 62-я серия «Стального алхимика». Спасибо, если смотрели это вместе со мной. И вообще спасибо, я уже заранее скажу спасибо, что вы вообще были со мной на протяжении всех этих 62 серий пока. Многие были со мной с самого начала, многие присоединились. И мы прошли эту историю заново. Если честно, я даже не ожидал, что закончу трансляцию этого «Стального алхимика». Признаюсь, я честно, я думал, я где-то на половине сорвусь и закрою канал, и все выкину, но нет. Мы все-таки подошли к концу. И скоро мы увидим уже последние две серии. Что ж, удачи. Увидимся уже на 63-й серии.